Сегодня Совет ЕС принял проект визового соглашения с Белоруссией. Теперь документ должны одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС принимает решение большинством голосов. Спустя 2 месяца после подписания соглашение вступает в силу. Оно предполагает снижение стоимости Шенгена до 35 евро, а также сокращение срока решения о выдаче визы. Отмечу, вопрос визового соглашения был включен в предварительную повестку дня Комитета постоянных представителей в Евросоюзе с пометкой «без дополнительного обсуждения».